Она зарабатывала на жизнь тем, что продавала вязальные нитки и пряжу на рынке. И на деньги, что она зарабатывала ежедневно на рынке, она покупала на них еду для своих детей, а также дополнительные принадлежности для шитья на следующий день. И вот так она жила изо дня в день. Кто-нибудь из этой аудитории жил изо дня в день, постоянно проверяя, достаточно ли тебе денег на сегодняшний день? Кто-нибудь, поднимите свои руки. У меня было такое. Я был в таком положении. Я был в этом, клянусь Аллахом. Аллах мой свидетель. Аллах свидетель, у меня были моменты в жизни, когда я ходил по улицам и искал монеты на улицах, чтобы купить что-то поесть. Клянусь Аллахом, Аллах свидетель. Мне знакомо чувство выживания изо дня в день. Эта женщина прибежала однажды к Дауду, мир ему. И она спросила его очень гневным образом: «Аллах справедлив или он вероломен?» И Дауда возмутил этот вопрос. Он ответил: «Конечно же, Аллах справедлив». Он сказал: «Почему ты спрашиваешь?» Она объяснила ему, что она продавала, ходила на рынок и так далее и тому подобное. Но затем она сказала: «Когда я сегодня шла по пути на рынок, подлетела птица и вырвала то, что было у меня в руках, и улетела с этим. Теперь у меня не осталось ничего для продажи. И как итог, я вернулась без еды для своих детей. Аллах справедлив или он вероломен?» На этот вопрос трудно ответить. Потому что это же птица, которая действует согласно фитре, на которой Аллах, Святой и Велик, создал ее. Она даже не размышляет, как размышляем мы. Но когда Дауд, мир ему, готовил ответ для этой женщины, к нему пришли какие-то люди. Пришли путешественники и бросили сумку с золотом перед Даудом, мир ему. И сказали: «Это милостыня от нас ради Аллаха. Отдай тому, кому посчитаешь, что он заслуживает ее». И Дауд был удивлен. «Что это такое? И откуда вы, парни, с этим пришли? Какова история этого?» Они сказали: «Мы купцы. Мы купцы, которые плавают по морю. Мы торгуем, покупаем и продаем. И мы плыли из одного места в другое». И начался очень сильный шторм, который порвал наш парус. И шторм гонял нас так, что мы уже почти были на пороге смерти. И мы все совершили дуа: «О Аллах, если ты спасешь нас от этого, мы пожертвуем все, что есть на этом корабле, ради тебя одного». Они сказали: «И после того, как мы совершили это дуа, прилетела одинокая птица и бросила вязальный материал и иглу с нитью, так, чтобы мы смогли починить наш парус и добраться до твоей земли. И вот мы здесь, чтобы исполнить свою клятву, данную Аллаху, Святу и Велик». Дауд, мир ему, посмотрел на эту женщину и задал ей тот же вопрос, что она задала ему: «Аллах справедлив или он вероломен? Твой Господь вел торговлю за тебя на суше и на море. Справедлив ли Аллах или нет?» И он отдал ей все золото.